как я рад тебя снова! Позволь тебе напомнить о твоем задании. От него зависит, примут ли тебя в магическую гильдию. Доставь опаляющий посох к ведьме Лианне, и тогда мы допустим тебя к обучению в магической гильдии. В моей лавке ты найдешь заклинания и артефакты, способные помочь тебе в твоих исканиях. Скажи мне, что ты ищешь? По рукам, 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 по рукам. Спасибо за покупку. Прощай, и доброго пути тебе. Дом дракона приветствует тебя. Ты желаешь изучать путь дракона? Путь тигра требует великой отваги и силы духа. Последуешь ли ты этим путем? Тропа дракона лежит в холмах за тропа. Путь тигра... Если тебе что-нибудь понадобится, легкого пути. Тропа дракона ждет тебя. Тропа дракона ж... Напоминаю, что дом дракона поручил тебе особое задание. Отправляйся в земли, где гнездятся огненные змеи. На запад от Ориндейла найди яйцо дракона и доставь его. Пусть хорошо послужит тебе. Если тебе что-нибудь понадобится, дай мне знать. Пусть хорошо послужит тебе. Пусть хорошо послужит тебе. Пусть хорошо послужит тебе. Есть легкого пути. Мы будем следить за вами. Подходите, подходите! Всего 25 монеток за то, чтобы на мгновение приоткрыть туманный сектор. Старый гетто Словно, словно. А теперь давай посмотрим, что нам карты расскажут. Первая твоя карта будет... Лорд Звезд. О, дитя мое, тебе с рождения предначертано свершить великие дела. Эта карта очень...
Она означает, что звезды во всем тебе благоволят. Тайные силы следят за тобой. Тебе лишь нужно дойти до своей цели. Ой-ой. Следующая твоя карта. Это карта знак великой силы. Тебе... Так. Смотрим, что у нас дальше. Эта карта означает, что тебя ждет велик... Очень интересно. Посмотрим, что откроет нам подходите, эта карта. Подходите! Эта карта платить? Означает заходите препятствия и преграды призрачной тролля. Природы, стоящие на нынешнем месте. Совершенно надежно. Может, следующая карта скажет нам побольше? Подходите! Карта. Посмотрите на тролля! Колдун жезлов! Всего поднимись вверх по улице всего и зайди в лавку арка! Идите! Там кое-кто, кое-что тебе предложит! Идите. Прими помогите. Его предложение! Меня ограбили! Следующая стражь. Карта! На помощь! Посмотрим, что откроет нам последняя! На помощь! На помощь! Иди, Рага никогда не сидит без работы! Проходите! Большое спасибо за помощь. Эти негодяи хотели меня ограбить. Лорд Берругрим снова затеял войну с лордом. А лучше бы лорду Данемору. Я считаю, что он мир. До свидания, добрый человек. В доспехи Аргуса. Здесь... У меня в продаже есть много славного оружия. Обучение могут проходить только воинская гильдия, древняя организация, посвятив. Я вижу в тебе задатки великого. Коли ты вступишь, вступительный взнос 100 золотых. Член, тогда, чтобы ты у нас, всегда оружейный зал находится. Разя, смотри, если в руин пуст, стало бы, если чтобы туда попасть, выйдешь. Уж я не знаю, чего тебе там надо, только потом не говори, что Грунмейр тебя не предупреждал насчет полуготов. Полуготы — народ опасный. Они бывают разные. Эльфы делятся на два основных лагеря. Есть благородные эльфийские дома совета, а есть дикие эльфы, им никто не указ. Большинство эльфов — искусные воины, так что лучше с ними не связываться. Берегись эльфов дома Дрей. Им нельзя верить. Они ловкие и хитрые дьяволята. Смотри, в засаду к ним не попади. С тобой приятно иметь дело. Надеюсь, мы скоро снова увидимся. Стойте! Городские ворота закрыты по прямому указанию лорда Давенмора. Стойте! Городские ворота закрыты по прямому указанию лорда Давенмора. А ну, вали отсюда, ты! Назови пароль! Ну и гуляй тогда, деревень... Назови пароль! Фигу с маслом! Назови пароль! Ну и гуляй тогда, деревенщина! Катись и не возвращайся! Привет вам и добро пожаловать в трактир Фаргрува. Добро пожаловать в трактир. Хотите снять комнату? Комнаты у нас по 50 золотых мне. Приятно слышать. Комната наверху. Давайте я вам, говорят, война. Давайте я... О, давайте. Есть такой слух, что лорд Беруг. Давайте я... Если вам промать... Давайте... Лорд Дави... Давайте... Несколько... Давайте... Ходит су... Давайте... Ну да! Давайте... Лорд Давенмор... Давайте... Дворец лорд... Давайте... А, волшебник Галдриан... Давайте... Я только слышу... Давайте... Дела тут... Давайте... Ну, если вы... Давайте я... Про прорицателей сказываю... Пинта моего Эля стоит 5 золотых... Будете ты брать Эля рыжего гара... Знаешь, да как надо забирать! До встречи, друг! Я так и знал, что ты человек особенный. Это по глазам видно. Я на тебя рассчитываю. Не подведи меня. Рад вас снова видеть, мой друг.
Чем могу тебе помочь? Меня зовут Гилия. Что могу для тебя сделать? К сожалению, у нас почти все жители позаколачивали дома и бежали из Фаргрува. Пока не пришли, я подумала, что вы могли бы стать одной из нас. Не желаете? Вам придет сначала леди Храмцы, как только вы вступите в времена лорд Давенмор и лорд Бэрогрим. Я слышала, что лорд Бэрогрим, лорд Давенмор, похоже, теперь сам не свой. И боюсь, что всем нам придется плохо. Удачного путешествия, госпожа. Что могу для тебя сделать? Удачного путешествия, госпожа. Рад вас снова видеть, мой друг. Тебе что-нибудь нужно? Входи. Добро пожаловать в аптеку. Я леди Чана. Чем могу быть полезна? Здесь в аптеке? Да, я вижу, ты интересуешься низшими каталами. Вероятно, кто-нибудь другой сможет рассказать тебе о них больше. Зелья и эликсиры жизненно важны для тех, кому приходится воевать, поскольку они позволяют залечивать раны и восстанавливать здоровье. Мне жаль тех, кто пускается в путь, не запасшись ими. Готово. Готово, 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 готово. Я ценю твое покровительство. Доброго пути. Держитесь подальше от неприятностей. Помогите! Помогите! Вы спасли меня! За твою отвагу я перед тобой в долгу. Взамен мне почти нечего тебе предложить. Я вхожу в тайное женское общество. Зайди, аптека находится в дальнем конце этой улицы. Надо пройти в арку и спуститься по сестринству. Это тайное женское общество, посвятившее себя воспитанию своих членов и помощи всем женщинам королевства. Доброй удачи тебе в твоих странствиях. Добро пожаловать в храм, добрая сестра. Добро пожаловать, добрая сестра, в храм Цирцены. Я прорец здесь долг, если ты небес, так как ты только храм, практикующий небесную. Хотя звездный крест, Целестина, живой, мы всегда рады пожертвованиям на храм. Пожертвуешь ли ты 50 золотых? Храм Цирцены благодарит тебя за щедрое пожертвование. Согласно этому письму, прорицатель Август говорил о тебе. Сам прорицатель Август уже много недель не бывал в храме. Он укрылся в своем личном доме, чтобы... Он оставил мне ключ и велел передать, что ты должен прийти к нему, потому что он с нетерпением ждет твоего прихода. И я сообщу Целестине о том, что ты был здесь. Быть может, она пожелает спросить о твоем визите свои карты. Если тебе что-то понадобится, скажи. Пусть звезды ведут тебя.
рад вновь тебя видеть, сестра моя. Рад вновь тебя видеть, сестра моя. Идите. Подойди поближе, дитя мое. Спасибо за то, что проклятый призрак... О, если бы только... Вот, храмцер. О, бед... Этот дра... Великое зло нисходит в этот мир. Страшные силы столь дьявол... Этот драгоценный камень прощай. Мое время кончилось. Я умираю. У меня почти... Я умираю. У меня почти не осталось времени, чтобы тебе помочь. Иди в храм Цирцены. Там тебе расскажут, что должно быть сделано. Прощай. Мое время кончилось. Отойдите в сторону. У меня почти не осталось времени, чтобы тебе помочь. Иди в храм Цирцены. Там тебе расскажут, что должно быть сделано. Прощай. Мое время кончилось.
Мы стоим на страже королевства. Мы стоим на страже королевства.